Мост, соединяющий две стороны города Барвенково, был построен более 60 лет назад. За это время на нем не проводили никаких ремонтных работ. Конструкция была рассчитана на грузоподъемность транспортных средств до 5 тонн. Но машины ездили с перегрузом. Мост пришлось закрыть. На строительство нового областные власти выделили более 15 миллионов гривен. Местные жители рассказывают, это значительно облегчит проезд. Ведь ранее приходилось ехать около 7 лишних километров. Мы сегодня с мостом. Соединены два берега. Это насколько удобно, насколько классно. И знаете, сейчас такое военное тяжелое время. Мы и верили, и не верили. И сейчас, знаете, модно ругать власть. А тут хочется сказать огромное спасибо. Теперь по мосту может ездить даже тяжелая техника. Мост наконец-то сдан. И есть возможность сейчас в жителей города Барвенково беспрепятственно двигаться с одной стороны в другую сторону города. На сегодня мост рассчитан на грузоподъемность для колесных транспортных средств 40 тонн, больше 40 тонн, для, на гусеничном ходу до 60 тонн. Мост был построен по новым технологиям, которые ранее не применялись в Украине, рассказывает вице-губернатор Харьковской области Марк Беккер. Его длина более 65 метров. На выполнение работ ушло около 2 месяцев. Этот мост построен слоями металла и железобетонная конструкция. Поэтому, собственно говоря, она должна отстояться для того, чтобы мы могли пустить в ближайшее время транспорт. Мы закончили полностью все виды работ монтажные. Осталось действительно процентов 8-10 для окончания всех работ. Это асфальтобетонное покрытие. Где-то объемом около 120-140 тонн асфальтобетона необходимо еще. Все, и мост будет, собственно говоря, функционировать, как и должен по назначению. В ближайшее время областные власти в Барвенково планируют поменять несколько километров водопровода, поставить новые скважины и продолжить очистку воды. Ксения Ручка, Евгений Карпенко, медиагруппа «Объектив».